Всем привет, с вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу разобрать проблему, которая возникает, в принципе, часто у студентов, и кто пытается слить две половинки, но возникает вот такая неприятность. Что это такое? У вас, когда вы рисовали половинку, вот эта линия получилась не вертикально, и когда вы его раззеркаливали и сливали, произошла такая вот неприятность. Выделяю этот объект, и сейчас я вам покажу, почему не слилось. Я буду приближать вот этот узел максимально. Да, смотрите. И вот здесь при очень-очень большом приближении видно, что точки друг на друга не находят. Если они не находят друг на друга, то программа их не сливает. Даже если визуально издалека этого не видно, программа все равно это делает. Программа Adobe Illustrator, она достаточно, ну, в чем-то, так сказать, тупая, да, потому что вот есть точка, она ее воспринимает. То есть, несмотря на то, что есть толщина контура, там внутри эти точки не совпадают. Соответственно, как это можно определить? Ну, во-первых, вы можете вызвать линейки, это Ctrl-R, вот они, линейки, провести, соответственно, линию и посмотреть, действительно ли ваши точки прям абсолютно совпадают или они куда-то отклоняются. Видите, вот это отклонение есть. Его вот так вот издалека не видно. Кажется, что она абсолютно попала. Вот. Поэтому, когда вы будете сейчас делать зеркальное отражение, ставить точку на линию, на контур, все это соединяете, то при попытке слить все это дело в единое. У меня тоже вот оно возникает. Вот до момента, как я слила, это будет хорошо видно. Смотрите, приближаю вот эту точку. И здесь будет видно, что они не пересекаются. Видите? Два объекта не пересекаются. А программа, соответственно, выполняет ровно то, что вы ей говорите. Объекты не пересекаются, она их не сливает. Что в этом случае можно сделать? Можно пойти двумя путями. Ну, как, на самом деле, путей намного больше, но самые простые пути. Взять, сдвинуть на один шаг навстречу и слить. Тогда никаких проблем не будет. То есть я одну половинку придвинула к другой. Единственное, вот здесь, вот видите, надо будет потом горловину править. Либо выбрать то, что у вас есть, и удалить одну ненужную точку, вот эту. Соответственно, таким образом откорректировать. Это все происходит от невертикальности. Я вам показывала способ, один из, как делать абсолютную вертикаль, когда вы рисуете прямоугольник. Вот, и, соответственно, при помощи этого прямоугольника разрезаете. И вот таким способом у вас вот эта сторона получается абсолютно вертикальная. Вот это вот. И здесь, когда вы попадаете на контур, то происходит абсолютно ровное слияние, никаких точек никуда не полезет. Поэтому объяснила я вам, почему это происходит, показала, как это можно исправить двумя способами, и показала, как это можно исправить еще на моменте рисования. Если возникает такая проблема, надо просто либо подвинуть, либо удалить лишнюю точку после слияния. Из-за невертикальности. Вот эта линия хоть и выглядит вертикальной, она ей не является. Программа Adobe Illustrator считает это четче, чем ваш глаз. И это можно увидеть при большом приближении. Если будут еще вопросы, пишите, буду разбирать, показывать. Специально записала видео для того, чтобы у тех, у кого возникают эти вопросы, могли посмотреть и понять, почему же это так. До скорых встреч. Пока-пока.